Вот небольшой обзор товара хочу сделать. Значит, это сетевой фильтр, но он для источников бесперебойного питания, так как он используется вот с таким вот переходником. Вот я вам просто покажу крышку от корпуса. Вот, вот с таким разъемом он используется. Значит, поставляется в такой коробочке. Вот у него разъем. Значит, ну, вот, например, для чего я его купил, да, вот я его подсоединил, вот у меня, видите, на источнике бесперебойного питания, раз, два, три, три таких выхода. Один для блока питания корпуса, системного блока, второй для монитора, и третий вот как раз я подключил вот этот источник. Для чего он нужен? Я, например, его использую, значит, колонки для компьютера звуковые, ну, как бы. И второй я использую Wi-Fi модуль подключать для того, чтобы если выключится свет, у меня есть 5-10 минут для того, чтобы что-то с интернета, что-то, допустим, чтобы связь не и так далее, и тому подобное. Плюс еще я вот здесь подключаю не напрямую, а, например, заряжаю сотовый телефон, заряжаю что-то еще. То есть, потому что он через источник бесперебойного питания, плюс есть дополнительная защита. То есть, чтобы у вас ничего не сгорело, ваше оборудование. Вот я его подключил к источнику. Давайте посмотрим бесперебойное питание вот, вот сзади. Ну, это коробка, а там я подключил. Вот, нажимаем кнопку. Кнопка такая большая, ну, немножко, конечно, шатается она, но ничего страшного. Нажмем еще раз. Вот когда она в поднятом состоянии, она вот, в принципе, нормально зафиксирована. Розетки с 1, 2, 3, 4, 5, все 6 с заземлителем. Ну, там фаза 0. В принципе, внешний вид, внешний дизайн. Ну, это как бы дополнительное вот устройство защиты, здесь предохранитель. Значит, 250 вольт, 50 герц, максимальный ток 10 ампер, сделано в КНР. Ну, стандартно обычный сетевой фильтр, хорошая коробочка такая плотная, ну, там инструкция. Такая небольшая инструкция была, вот, что-то она помятая была, ну, неважно, да, засунута так. Ну, тут стандартная она, там ничего такого особенного нету. Вот, теперь давайте, давайте опять его включим. Ну, вот немножко, да, вроде как. Ну, я взял специально с таким, потому что, ну, думал, что необычно, так сказать. Не кнопка вот эта переключающая, ну, как обычно, вот, как у обычного, вот. Вот такая, ну, как мы привыкли. А вот именно вот такая, ну, не знаю. Вот, ее нажимаешь, она немножко, вот она куда-то там проваливается, да. Ну, не, ну, по крайней мере, она не, вот я ее вытаскиваю, ну, не вытаскивается. Как бы необычно, но мы же не будем на нее нажимать и смотреть. Вот нажал и все. Вот, когда вытащил, она, вот, она плотненько зафиксированная. Так что очень удобно подключить сюда какое-то оборудование и такой же телефон можно зарядить. Без того, что он, ну, так сказать, сгорит или еще что-то. Вот у меня была ситуация, значит, купил смартфон, а у него зарядное устройство, вот это вот, там USB подключается, вот зарядное устройство просто обычно подключил напрямую. Ну, там в сети что-то, какой-то сбой был, вот, наверное, вот этот сетевой адаптер, где 220 вольт преобразуется уже в постоянку для телефона, вот он сгорел. Вот теперь я буду использовать через вот такой вот сетевой фильтр, очень удобно. Подключил, и нет никаких, ничего не сгорит ваше оборудование. Ну и плюс сюда, как я сказал, допустим, Wi-Fi модуль какой-то, колонки звуковые, что-то еще, может какой-то джойстик или что-то еще. Вот, чтобы он у вас был подключался через источник. Ну это, наверное, предохранитель, да. Шнур такой. 10 ампер, ну такой мощный, хороший шнурок. Я вот его к бесперебойнику подключил.
Все, всем спасибо за внимание.